Как же красиво. В общем, Максим расскажет о своих игрушках, а я расскажу об Алисинах. Классно? Классно? Привет, скажи, мы в кафешке. Едим хот-доги, да? И пьем глинтвейн. Смотрите, муж каких человечков нарисовал сидячих. Всем привет! Поздравляем вас с Новым годом! Желаем конфет больше, чем кто любит конфет. Ну а прямо сейчас давайте перенесемся в нашу новогоднюю атмосферу. Мы покажем вам наш новогодний стол и как мы готовились к празднику. И там суета. Ой-ой-ой-ой-ой. Готовимся к Новому году. 2023. Оливье, нарезочка. Это у нас ветчина, морковный салатик, рулетики с красной рыбой. Это морской салатик, а это икорочка. У нас подарочки. Подарочки, подарочки. Все твои, да. Вот это точно, Макс. Это вот Денис сегодня сделал вот такую вот елку. Баб, видела, какую Денис елку сегодня сделал? Ага. Красивая, скажи. Мы уже это... Классно. С маленькой... А кроватку Алисину мы переместили в комнату Максима, да. Потому что мы в зале отмечаем Новый год. Вот она здесь спит тихонечко так. Блин, как же красиво. Сейчас. Без желатина, да. Делала. Да. Хорошо. Да, вот эти прям поджигай. Так. Я. Максим, улыбнись. Мы сегодня хотим рассказать вам, какие игрушки нам подарили на Новый год. Ну, как нам. Детям. В общем, Максим расскажет о своих игрушках, а я расскажу об Алисинах. Да? Приступим? Давай. Давайте вам покажем игрушки, те, которые подарили... Мы. Я и мой муж Алисе. Это пианино. У нее есть 3 режима, и она вся светится. Очень классная. Но самый прикол в том, что музыка тихая. И не так назойливо бьет по ушам. Но родители меня поймут. Дальше мы решили купить ей такую юлу. Только, увы, она еще не понимает, как в нее играть. Но, в общем, это дело времени, она научится. Дальше у нас заезжает в кадр машина-каталка розового цвета. Все гламурно. Это подарили бабушка и дедушка, вот такую каталку. В общем, стоит только научиться на ней ездить. Передвигать ногами, и я уверена, что, наверное, через пару недель она будет гонять по всей квартире, а весной гонять будет на улице. Да, дочь? Значит, руль поворачивает вправо-влево, здесь есть спинка и есть багажник. Хочу вам показать самое гламурное, что есть на свете, это колготки. Боже мой, они просто прекрасные. Это подарили Алисе тете, тете Кате, тете Ксюше. Это мои родные сестры, да. И они такие классные. Они с бантиками розового гламурного цвета и белого цвета. Смотрите, какие крутые бантики. Девочка, ты у меня будешь самая красивая. Да, да. Подарки от родственников закончились. И самый главный подарок Алисе, естественно, под елочку положил... Дед Мороз. Он положил набор для купания, такой классный, там есть разные животные на присосках, уточки, которые очень полюбились Алисе, и набор цветочек, которые можно поливать, и там элементы крутятся от воды. А Дед Мороз мне подарил вот такую машину, вот, и она герметичная, и вот такой пульт. Вот выходит пар. Сюда заливается вода. Разные настройки свечения. Там их сколько? Там 5, 6, 4. Дальше. Вот такая вот парковка. Я не знаю, это военная. Наверное, то и то. Военная и полицейская, потому что... Мы с тупым видом. Ну, вот.
цвета красный, синий. И звук полиции. А тут все по-военному. Ничего не понятно. Ну, короче, в серединке машинка. И мне еще две машины подарили. Ну, у меня осталось два подарка. Я сейчас вот эту морской бой. Я все оставил. Самое последнее мне подарили родители. Вот такая машина. Вот необычные колеса. И за них она может ездить вправо-лево. Вот так вот. Вот так. Покажи в бок, как ездишь. Еще. Мы выбрались всей семьей в парк. Будем тестить нашу машину, очень мощную, которую подарил Дед Мороз, и гулять. И вообще там планируется какая-то дискотека, ну или песня, в общем, посмотрим, что там будет интересного. Все, поехали! Максим, готов? Да. Машина готова? Поехали. Так. Вездеход поехал. Смотри. Класс. Круто? Класс? У нас в парке так красиво, елочки красивые. В общем, сейчас на катке идет музыкальная программа, там ведущие что-то разыгрывают, пиццу разыгрывают, разные подарки, а мы гуляем. Максим рад до безумия, что у него машина ездит по снегу, она вообще полностью там герметична. Вот, Алисочка спит, мы наслаждаемся погодой. У нас сегодня плюс 1 градус, и очень тепло, и кайфово на улице. Смотрите, муж каких человечков нарисовал сидячих. Такие забавные. А тут вообще ушастый. Чебурашка такая. А это кто такой красивый? В кафешку кто пришел? Привет, скажи, мы в кафешке. Едим хот-доги, да? И пьем глинтвейн. Я уж смотрю. Да. Блин, я проверю, работает, ладно? Безалкогольный, кстати. Макс поехал кататься на банане. Все, погнал. А мы тут его ждем, да? Да, Лиск? На елку смотрит. На эту маленькую елочку смотрит она. Приехал. Вон там все. Где, брат? Брат. Очень классно. Че прям? Ветер. Ветер?